Всех рады видеть. Очередная закупка Fix Price на август месяц, первая часть. Так что поехали. Кто любит такое рода видео, приятного просмотра. Оставайтесь на моем канале. Первое. Это вот такие я взяла вешалки. 4 штуки, 55 рублей. Были голубые, черные. Ну, там разных видов. Вот. Я хотела еще потоньше, бывают такие железные, но, к сожалению, не было, только такие я взяла. Вешалки пластиковые, Home Collection. Вешалки я, кстати, первый раз беру. А, так, Московская область, город Химки. Угу. Так, следующее, это сорти с соком лимона для мытья посуды, цитровый фреш. Я так поняла, тут еще апельсин. 77 рублей стоит, 1000 грамм. Вот. Появилась наконец-то, кто любит Пепси, Пепси за 55 рублей, 2,5 литра, очень выгодно, так что бегите. Наконец-то застала я пасту Президент, там два вида, 99 рублей. Одна там была с алоэ, вот. А это именно тимьян, снимает воспаление, прополис, повышает иммунитет. Гекситидин, антибактериальный эффект, и фтор укрепляет зубную эмаль. Не знаю, как она, но я взяла, пока она есть. Так что ее тоже разбирают. Так, взяла вафли по 25 рублей две пачки. Мне они очень нравятся. То они есть, то их нету, я взяла на запас. Наконец-то я взяла терка для педикюра. Стоит 99 рублей. Так. Ручка изготовлена из какаского бука, покрыта тремя слоями высококачественным итальянским лаком, который содержит компоненты против излучения, препятствует желтению и изделению на солнце. Водостойкая, то-то-то-то-то. Вот, ну ее многие хвалят, вот я решила взять. 99 рублей, такая большая, прям деревянная. Конечно же, взяла одну пару трусишки, 55 рублей, вот они разных расцветок, только вот цвет меняется. И... взяла футболку. Были серые. Вот такого цвета. Нежно-розовая. Я хотела черную, но черной не было. А, взяла я 52 размер. Стоила она 99 рублей. Но она идет на 48. Вот, 100% хлопок. Так, делает это у нас... не знаю, не написано. Вот. А так, ничего нового я там не нашла. Так что это все на сегодня покупочки из Фикс Прайса. Спасибо вам за просмотр. Жду от вас комментариев, лайков. Всем пока-пока.